Армянские пользователи соцсетей обижены на российского миротворца за его слова в поддержку Азербайджана. Появились кадры, на которых российский миротворец говорит на азербайджанском языке, повторяя за азербайджанским солдатом. Карабах, Азербайджан. Карабах, Азербайджан. Физули, ушахларна, салам олсун. Физули, ушахларна, салам олсун. Бозгурт. Давай, брат. Естественно, армяне недовольны, что россиянин занял сторону Азербайджана. И что он дружелюбно общается с азербайджанским военнослужащим. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.